Таня пришла. Я сейчас видела соседа. Он сказал, что придет через час. А сейчас смотри, что я купила. Это тебе. Это мне. А это ему. А почему так нечестно? Почему мне маленькая, а вам большая? Ну как, тебе же 6 лет, а мне 9. А соседу... А сколько соседу лет? Мне кажется, 80. Нет. Ладно, сейчас я уроки сделаю и приду. Нужна ложечка. Мука вкусная, еще хочу. Может, мне Ульянину немножко поесть? На слайм похож. Я все съел. Что же теперь делать? Надо сделать слайм. Шоколадная краска. Ты что делаешь? Слайм. Зачем? Так надо. Захар, ты что, всю нутеллу съел? Да. И ее съел? Да, Оля, не переживай, я его нутеллу сделал. Ничего себе. Давай я на пол вылью. Давай. Соседу понравится? Не знаю, мне бы понравилось. Сосед, наверное, пришел. Надо весь слайм в банку положить. Это вам к чаю.